Прием детей в первые классы школы Одинцовского округа продолжается в связи с тем, что в Московской области ограничено личное посещение образовательных учреждений. Прием оригиналов заявлений ведется в школах по предварительной записи. Распределение осуществляется по территориальному признаку, но с 1 июля будущего первоклассника можно записать уже в любую школу, но при наличии свободных мест.